Мы выходили с заявлением, мы выходили, моя коллега Даниэла Бадруг просила, делала несколько пресс-конференций. Мы пытались объединить всех этих людей для единого кандидата на правом спектре. Мы даже говорили тогда, что если мы бы нашли такого кандидата, то тогда этот кандидат мог бы попасть во второй тур с Дадоном. И этот кандидат в этом случае смог бы выиграть выборы у Дадона, потому что Майя Санду их проиграет. Проиграет, потому что Майя Санду уже, вы понимаете, в 2016 году Майя Санду тогда имела поддержку всего правого сектора. Всего правого сектора. Тогда люди, она еще не была во власти, люди ей верили и так далее. И то она проиграла у Дадона. В этом году она 100% проиграет у Дадона, потому что у нее позиции сегодня намного слабее. Для того, чтобы человек с правого сектора, мы говорили, унионист, выиграл у Дадона, это нужен другой человек, и мне не кажется, что осталось слишком мало времени. Мне кажется, что мало времени только для того, чтобы люди осознали и понимали это. А если для того, чтобы этого человека подать обществу и рассказать, что этот человек может выиграть эти президентские выборы, мне кажется, еще есть время для этого.